Сотрудники управления МВД России по Одинцовскому городскому округу приняли участие в спецоперации по пресечению деятельности группы, участники которой подозреваются в попытке сбыта синтетических наркотиков в особо крупном размере. По имеющейся информации, пятеро граждан Украины организовали подпольный цех по их производству в арендованном доме. Полицейские обнаружили свыше 100 килограммов порошкообразного вещества, часть которого по результатам исследований является мефедроном. Оставшееся вещество также будет направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.